Привет всем! Мы продолжаем проходить Sniper Elite 3, и если вы помните, то в прошлой части мы освободили заложника, и сейчас, как я понял, нам нужно будет его вывести из лагеря. Что ж, начнем. Так, нам нужно расчистить путь. Давайте будем по... Ой. Угу, сколько их тут. Что ж, давайте будем помечать. Жаль, что вы разошлись так все. Знаете что, я сейчас возьму вот эту вот штуку и выстрелю. Не знаю, будет это глупо или нет, но это будет весело. Еще одну машину взорвали. Да, конечно, прячьтесь именно там. Вот так вам. Теперь мы возьмем снайперскую винтовку. Еще один. Кстати, во втором снайпере у меня был такой курьезный случай. В общем, я выстрелил из снайперской винтовки и... И моя пуля получается... Ой. Хорошо, теперь он сможет пройти. А кто еще по мне гасит? Ух ты. Кто в меня кидает гранатами? В общем, курьезный случай в чем заключался. Я, значит, выстрелил из... Ой-ой-ой. Из снайперской винтовки. И, в общем, мой патрон столкнулся с патроном противника. Это все в воздухе было так четко. Я не понимаю, где этот кричит. Ой-ой-ой-ой. Фух. Это было очень опасно. Отлично, больше нет никого, мы подлечились. И знаете что, давайте все-таки начнем обыскивать. Потому что... Вот так, растяжки. Кстати, дорогие зрители... Что-то давно не использовал все эти примочки, растяжки, динамиты. Я так понимаю, нужно потихоньку начинать. Потому что на том и снайпер. Мы должны маскироваться, шифроваться. Кстати, у нас есть еще один автомобиль, который, я так думаю, нам нужно взорвать. Замечательно. Грузовик уничтожен. Все, у нас все уничтожено. Так. Сейчас мы как раз обыщем. Нам не помешали бы бинты. Ничего не найдено. Бомжи. Ладно, неважно. Так, тут тоже нечем пополнить боезапас. Так. Я так понимаю, мы лезем куда-то на вышку, на снайперскую позицию, наверное. Ух ты. Похоже, он там. Я прикрою его со стены. Ой. Стойте, кого там прикрывать-то надо? Ему нужна небольшая помощь. Да где он?
расстояние дальнее. Ух. Больно. Еще один минус. Там все гасят по нему. Вон, я ж не вижу. А, тут ходить можно. Давай быстрее. Ох, какое сальто. Ой-ой-ой. Тройное попадание. Ох, насквозь вообще всего прошило. Не завидую ему. Так, стойте. Без прицела. Я так уже, в принципе, пристрелялся немножко. Где еще? Кто-то где-то еще там есть. Я не вижу. Вон, увидел. Интересно, в голову? Да. Так. Вон еще бегут. Сразу обоих. Ой, не попал. Не попал. Убил. Он двигается. Вон, 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 еще. Готов? Нет, нет. Ух ты, через фонарь, через... О! А где еще один? А, вон он. В голову, наверное. Да. И где-то еще. Где еще? Ой. Партизан чертов. Там еще один. На. Ой, не попал. Да чтоб тебя. Так, готов. Ой-ой-ой. Знаете что, давайте мы, наверное, вот взорвем машину. Отлично. Так, что-то вот здесь довольно много насобиралось. Ух ты, вот это красиво было. А, там никого нет. Так, там очень близко уже все подобрались. Позволю. Получай. Там еще где-то.
голова. На. Готов. Так, если честно, я вижу, где он, но я не вижу, кто еще по нему стреляет. Я его засек. А действительно, я никого не вижу. Что ж, будем выкуривать их. Давайте, может, автомобили повзрываем, что ли. Вот шикарно. И завершим. Вот, красивейший момент. Ну ты давай, это, иди куда-то. Расселся. Во-во-во-во-во-во. Не попал. Убил. Мы сделаем все очень быстро и очень красиво. Ну а почему не взорвалось? Вот, отлично. Так, получаете. Что там, можно что-то взорвать? Нет. Так. Где-то в него еще стреляют. Вот он ты. Получай. Так, кто-то еще... Вот. Минус один. И второй. Красивый момент. Готов. Все, беги, больше нет никого. Или может еще автомобиль надо взорвать? Отлично. Так, знаете что? Мне бы нужно пополнить боезапас. А как я понимаю, здесь пополнить его негде, да? Кстати. Ух ты. У нас есть новая снайперская винтовка. Вот это я прошляпил, если честно. А где, 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 где? Ой-ой-ой-ой. Вот это я не заметил. Вот это было красиво.
Кстати, здесь прицел куда более лучше. Ну. Что нам нужно вообще сделать? Прикройте огнем. Угу. А может туда как-то можно попасть? Я понял, нельзя. Все, замечательно. Он сбежал. Наверное. Отлично, мы выполнили наше задание. Ого! Капрал третьего ранга. Круто. Может, сейчас и до 14 не долезет. Так, одно из дополнительных заданий мы не сделали. Игральные карты мы нашли все. Дневники мы нашли не все. Дальние выстрелы. Ну, странно, было и 120 метров. А сколько же дальние выстрелы? Сколько это? Ну ладно, снайперские позиции мы нашли 2. Ну, в принципе, неплохо. Помечено врагов 26, смен позиций 9, убийств 81. Для одного снайпера не так уж и плохо. Что такое проект Эпидемия, все еще не ясно. Агент Брауэр так и не сумел это выяснить до ареста. Но у него есть наводка. Вален часто ездит на аванпост в Сиве. Мы не знаем, будет ли он там, но он любит, чтобы все было по порядку. У Валена все будет спланировано, включено в график и записано. Мне нужно всего лишь это найти. Брауэр полезен. Он рассказал мне, где находится кабинет Валена и немецкие склады. В городе есть несколько хороших позиций для снайпера. Странно, когда он успел об этом рассказать? Будет непросто. Но где-то в этом городе я найду то, что нам нужно. Начинается еще одна длинная миссия. Начнем. Так, и нитки. Кстати, весьма и весьма красиво. Я бы сказал, даже очень. Возьмем наш любимый Велорот. Так, колодец какой-то. 164 метра до нашей основной цели. Но, как вы знаете, я не люблю облегчать себе задачу, поэтому мы пройдем абсолютно везде. Ты у нас, получается, стоишь, вообще ничего не делаешь, да? Странно. Много. Но у меня есть гранаты. У меня есть 2 гранаты. Что ж, давайте пока убежим. Пока меня запалили. Сейчас мы немножко отойдем. Так. Отлично.
Мы сменили позицию, теперь нас почти никто не ищет. Ну, почти никто не ищет. Кстати, идеальный момент был бы для выстрела, но... уже потрачено. Ну, черт. Ману? Все нормально. Засек, нет? Ладно, все равно. Уже поздно. Т-генератор. Отсюда я выстрелю незаметно. Ну да. Сейчас мы только поломаем тебя чуть-чуть. Ой. Можно пополнить боезапас. Ох, отлично. Что? Так он меня смущает. Поэтому я его прикончу. А сюда. Поздно. Так, а по ком мне отсюда стрелять-то? Первый пошел. Это было красиво. Обнаружено тело. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Где? Кто? Куда? Так. Спалился. Ладно, простите. Не хотел. Так скажем, не пристрелял еще. Ух. Тут их там много. Ой-ой-ой. Меня кто-то начал засекать. Плохо. Кстати, а сюда вообще как-то можно попасть? Я туда к ним хочу. Там круче. Я понял, это с другой стороны совершенно. Ну и ладно. Ух ты! Начинай. Готов. Там их двое. Отлично. И сейчас мне нужно быстро же сделать и этого.
Отлично. Может быть, даже получится и третьего. Отлично. Просто замечательно. Так. Да, просто замечательно, но я забыл, что наша тарахтелка-то стучит не все время, а иногда. Так. Мне дали статус призрака вновь. Вот. Там кто-то шифруется. Все чисто. Раз, два, три. Четыре, да? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так, отлично. Больше здесь нет никого. Замечательно. Ой. Так, вон товарищ. Сейчас мы обыщем этого, потому что здесь был офицер. Отлично. Нам нужно уничтожить вот эту вот штуку. Сейчас мы это быстро сделаем. Я надеюсь. Да нет, знаете что, давайте. Вот это круто. Отлично. Давайте сначала мы отметим всех врагов. Раз, два, три. Должны быть еще. Так, у нас есть генератор. Я вот думаю, если попасть в него отсюда, с Велрода, будет толк или нет? Ой. Не успел. Нет, похоже, не будет толка. Ладно. Что ж, тогда займем снайперскую позицию и начнем действовать. Минус один. Минус второй. Минус. Ой-ой-ой. Так. Я понял, что я стратил.
Хотя ладно. Умри. Что? Да люди, что такое? Получай. Что? У меня какое-то было повышение в звании. Так, кто-то по мне там тулит вовсю. А, вот. Получай. Готов. Все, я все зачистил. Что ж, теперь я, наверное, на этом сохраню игру. И уже в следующий раз мы продолжим прохождение. Ну, начнем, наверное, с того, что взорвем артиллерийское орудие. Что ж, всего хорошего, до скорых встреч, пока.